Издательство «Деком» и телеканал «Шансон ТВ» представляют новую книгу Максима Кравчинского «Песни и развлечения эпохи НЭПа». Мы приглашаем вас в путешествие по России 20-х годов. Наш вояж пройдет по бульварам и рынкам, пивным и ресторанам, шикарным кабаре и салонам красной аристократии. Повсюду, где звучала музыка. Непманская эстрада, пестрая мозаика из мелодий танго, какофонии джаза, песен нового быта, куплетов беспризорников, роковых уличных баллад, пряной экзотики и страстных цыганских романсов. Недолго музыка играла, зато это было ярко, экспрессивно, красиво. Книга сопровождается MP3-диском «100 лучших шлягеров эпохи НЭПа».